результаты по бесплодию, получается, у меня чисто... Ну, я сама врач вообще-то, да, но я никому не говорю, что я лечу. Я обучаю людей быть здоровыми и именно рассказываю им, что нужно очищать организм, поить, кормить и защищать. И, естественно, детокс, коловада, лимфоочистка, хорошее клеточное питание, очень хорошее клеточное питание. Утром, в обед и вечером, именно из наших продуктов. Особенно белковое питание и жирные кислоты. Коктейли, естественно, наши. И очень хороший результат по акваджи. Акваджи именно вот основа всех основ при бесплодии. Именно на слизистой нужно обязательно акваджи. И очень много результатов. Именно по... Мы еще, что мы делаем? Мы готовим человека к ЭКО. И при подготовке к ЭКО у нас люди беременеют даже без ЭКО. Это значит тех людей, у которых есть непроходимость труб. В большом количестве ферменты натощак, чтобы спайки растворились. Большое количество это сколько? Ферменты. Это значит по 2-3 ассимилятора засыпать в рот за час до еды. Это обязательные ферменты нужны. Обязательно. И 3 раза в день коктейль после 30. Отлично. Хорошие протеины, ну в смысле белки, питание белковое. И обязательно жирные кислоты. Именно тоже в большом количестве. Прямо мы омега-3 на 60 пьем по 2-3 раза в день даже. Спасибо большое, Галия. Хорошего вам дня.